Так, ну вот у нас молодая Луна, и вот у нас внизу Венера. Июля. года. Вот и посмотреть даже вполне приемлемо. Через дымку получается смотреть. О! Так, ну Марса пока мы не видим рядом. С Венерой у нас сегодня Марс на небосводе всего в нескольких угловых минутах. Нет, резче сделать не получится, просто потому как очень приличная дымка на небосводе. А где же еще? Сейчас на данный момент около 3 угловых градусов между Луной и Венерой. Вот она, наша красавица. А для Марса, наверное, вот он. Видишь, аппаратура уже позволяет видеть. В правом верхнем углу Венера, а в левом нижнем, я не знаю, может на экране не видно. Ну, в левом нижнем точка уже видна Марса. Вот он наш красноглазый, воинствующий Марс. 371 миллион километров до него. Вообще фантастика, что мы его видим. Это ж планета меньше Земли. И на таком удалении он нам подмигивает. Ладно, у нас есть все надежды. Чуть попозже. Увидеть всю Троицу в одном кадре. Сейчас пока только Венера с Луной различима. Но дальше, может, будет получше. Время пока есть до горизонта нашим действующим лицам еще далеко. Может и получится. И зафиксировать всех трех в одном кадре. Один 15 по Киеву, Харькове.
12 июля 2021 год. Комарики.